люди гражданские, грамотные и активные. Конечно же, читаете прессу. Мы специально опубликовали приказ министра спорта страны о финансировании, дополнительном финансировании этого объекта, для завершения которого требуется 263 миллиона. Но только после того, как была проведена определенная работа, уже вне зависимости от решения правоохранительных органов по этому объекту строительства. И таких примеров можно приводить еще и еще. Уважаемые коллеги, в данном случае я обращаюсь к вам именно как коллеги, потому что мы с вами делаем одно общее дело. Неважно, являемся ли мы чиновниками исполнительной власти республиканского уровня, муниципального уровня или же федерального уровня, для людей, для граждан нашей республики мы являемся одним. Мы власть. Так вот, если мы власть, мы должны работать сообща и приносить конкретные результаты нашим с вами землякам и согражданам. И говорить, пользуясь тем, что у нас есть огромный аппарат специалистов и экспертов, допустим, эти слухи и домыслы не имеют под собой никакой экономической обоснованности и правовой обоснованности. А значит, мы даем свою оценку, здесь все, грубо говоря, чисто. Или же в обратную мы должны дать оценку, соответствующую произошедшему событию. Учитывая, что республика переживает достаточно сложный период в своем становлении, и надо отметить, и это причем объективный фактор, преодолевает этот период достаточно успешно и эффективно. Это было тоже в прессе. По оценке Министерства регионального развития страны, по оценке правительства страны, наш регион вышел, ну, чуть-чуть не хватило, на 23-е место по оценке эффективности работ по результатам 2012 года. Мы второй год подряд стараемся удерживать наш бюджет на грани. И при этом мы говорим о том, что да, у нас бездефицитный бюджет, но при этом объем бюджета-то ведь растет из года в год. И это тоже говорит о многом. Это дает возможность нам реализовывать некоторые прорывы и в экономике в том числе, и в социальной сфере в том числе. Но нам, конечно же, необходима сегодня наша общая работа. А если говорить уже откровенно, нам, работникам органов исполнительной власти республиканского уровня, нужна ваша поддержка, нужна ваше плечо. Во-первых, чтобы очистить свои ряды. И в этом смысле вы обязаны, не можете, а обязаны нам помочь. Вычистить всех тех, кто имеет такое название, как коррупционер или просто взяточник. Вычистить всех тех, кто нарушает закон. Иногда, может быть, и поправить тех, кто неравнодушен, так скажем, государственному рублю или неэффективно его работает. Но нам нужна поддержка с пониманием того, что мы с вами работаем для одной цели, для одной задачи. Сделать жизнь наших с вами сограждан лучше, комфортнее. Чтобы наши люди чувствовали себя в Калмыкии в защите. Чтобы их конституционные права и свободы соблюдались в той мере, в какой это должно быть в любом нормальном демократически развитом государстве. Надеюсь, что так и будет. Успешной вам работы в наступившем году. И думаю, что через год нам будет что сказать друг другу, особенно с вашей стороны. Спасибо. Спасибо.